Естественно, да, пора бы уже давно сделать ревизию всех законов, которые принимала Госдума, например, да, и Совет Федерации. Потому что 99% законов, которые сделали депутаты, это полная херня и полное очковтирательство перед Путиным, например. Например, закон о запрещении мата. Зачем он, ведь его кто-то разрабатывал, кто-то на это тратились государственные деньги, слушания проходили. Любая редакция там, журналов, газет так и так понимает, что мат нельзя употреблять в эфирах, например, или писать, как называется, в печатных изданиях, например. И, соответственно, во всем мире это все редактируется пипами, например. Да? Вот на таком простейшем примере мы понимаем, что 99%, которые делала Госдума, это дурацкие законы, которые вообще не нужны, например.